руки на пояс и вращение головой. 4 в правую сторону, 4 в левую. Давайте начнем. Раз, два. Тренировка по футбольному фристайлу начинается с разминки. Сначала спортсмен Максим Салимзянов показывает воспитанникам Первоуральского детского дома простые упражнения. Ребята с удовольствием их повторяют, а затем фристайлер приступает к сложным финтам. Это он так отдыхает. Ноги устали, он отдыхает просто. Что так легко. Ребята в восторге. Многие из них любят играть в футбол. Говорят, давно хотели посмотреть такой мастер-класс. Ну, это круто для нас, тем более. Долго мы ждали этого. Нас предупреждали, что придут, и мы ждали. Любовь к футболу ребятам прививает их тренер по физкультуре. На уроках они часто гоняют мяч. Бывают и на соревнованиях. Поэтому навыки фристайла ребятам понадобятся. Это очень технический, так скажем, фристайл вид футбола, он даст детям понятие о том, как нужно держать мяч, как нужно с ним обращаться. То есть прием, отдача – это все очень полезно. Такого же мнения придерживаются и активисты общественной организации «Первоуральск. Город чемпионов», которые и организовали эту тренировку со спортсменом. Детям интересно, дети развиваются, узнают что-то новое. Сами видели, как у них горят глаза, то есть, и тем более у них здесь тренер по физкультуре, он сам занимается футболом. То есть дети часто играют в футбол, а элементы футбольного фристайла очень помогают в этом виде спорта. К тому же у ребят уже совсем неплохо получается делать финты, говорит Максим Салимзянов, единственный представитель футбольного фристайла в Первоуральске. Все ребята активные, очень понравились, то что они реально, у них много энергетики. И как бы и трюки, те, что я им показывал, они повторяли, ну, не сказать, что с большим трудом, то есть, что меня очень порадовало. И как бы, ну, то есть, я думаю, у них мог бы быть большой успех в этом деле. Совсем скоро Максима ждут соревнования. После них воспитанники детдома хотят еще раз встретиться со спортсменом, чтобы научиться новым трюкам. Ксения Иноземцева, Сергей Шемит, Интера ТВ.